Смерть двухлетнего Даниила Горельчанова не связана с прививкой. Эту информацию подтвердила комиссия Министерства здравоохранения после скрупулезного изучения обстоятельств трагедии. По мнению экспертов, мальчик умер из-за острой формы менингококковой инфекции, а прививка, сделанная малышу накануне, не могла ускорить развитие болезни. Проанализировав все остальные данные, комиссия пришла к выводу, что причинно-следственной связи между смертью ребенка и проведением прививки не существует. Это, к сожалению, очень трагическое совпадение этих двух ситуаций. Диагноз малыша подтвердили лабораторные анализы. По словам медиков, это уже не первый случай заражения менингококковой инфекции. За этот год в области зарегистрировали 31 случай заболевания. 3 человека умерли. При этом уровень заражения не превышает ежегодный. Это острое инфекционное заболевание, которое передается только воздушно-капельным путем. И источником инфекции может служить только больной человек или бактерионоситель. Заболевание передается воздушно-капельным путем при тесном контакте. Где-то расстояние около полуметра с капельками слизи передается здоровому человеку. Восприимчивы все абсолютно. В связи с выводами комиссии о непричастности вакцины к смерти мальчика, бельгийскую прививку, скорее всего, в ближайшем будущем вернут в поликлинике. Напомню, маленький Даниил умер в минувшую субботу в инфекционной больнице. Прививку ему сделали в пятницу. Родители малыша связывают трагедию с инъекцией.